Очень рада вас приветствовать. Вы представитель Государственной Думы. В общем-то, наверное, первый депутат Государственной Думы, который откликнулся на наш призыв о встречах. Хотя мы встречаемся с вами со второго раза, и первый раз мы действительно были несколько огорчены, что так получилось. И думаю, тогда бы народу собралось побольше, но теперь как получилось. Вы знаете, очень сложно вам сейчас рассказать все, что мы пережили за это время. У меня просто к вам такой совет. Вы вступите или откройте, или там посмотрите нашу группу. Мусорный полигон «Бастион. Задыхаемся». Там практически вся история того, как мы боролись, как все это язва это вскрылось на нашем теле, вот, как вели себя люди, как вела себя власть. Вы там все посмотрите подробно, чтобы, конечно, вот те, кто присутствует в зале, они это уже знают, как отче наш. Поэтому, знаете, вот рассказывать сейчас все, как все начиналось, очень сложно. Вот в связи с вашим вступлением, на что бы мне хотелось обратить ваше внимание? Вот вы сейчас верно заметили, что за все, что происходит на территории региона, ответственна власть. Наша проблема заключается в том, что ТСК, против которой компания, против которой мы боремся, в данном случае 26% акций этой компании принадлежат областной администрации. И когда мы начали борьбу с этой компанией, мы, соответственно, получается так, выступаем в противоречие с региональной властью. И так как у региональной власти там есть интерес, скажем так, ну 26%, вы понимаете, да, областных денег, то все, что происходит сейчас, происходит крайне трудно. Мы вынуждены обращаться в суды и против ТСК, и в то же время там третьей стороной может выступать и областная администрация и так далее. Вот вам просьба как депутату Государственной Думы, вы, пожалуйста, там донесите до своих коллег или как, или что, что вот эти региональные операторы, они практически везде, сейчас по всей стране, они идут рука об руку с региональными властями. Поэтому, когда возникают такие сложные проблемы, связанные с размещением полигонов, с незаконным вывозом мусора, соответственно, эта проблема становится стократно сложнее, потому что на встречу с губернатором 17 января и на последующих встречах с представителями областной администрации, мы слышим заверение о том, что мы защищаем интересы людей, что власть только с народом. Но когда начинается сам процесс, когда начинается судебное заседание, когда встает вопрос о расторжении договора аренды, который является самым обыкновенным на сегодняшний день, все буксует. И те обещания, которые даны практически год назад, они, получается, не выполняются. Мы вынуждены целый год это контролировать, держать руку на пульсе, созывать сюда, кого только сюда мы не приглашали, какие только встречи у нас нет. Понимаете, вот эта вот связка частной компании, какой-то инвестиционной компании и так далее, и руководство области фактически, она приводит к таким последствиям. Это первое. Второе, на что мне тоже хотелось обратить внимание, ваши как депутаты прежде всего. Ну, вы знаете, что, к сожалению, сегодня в зале нет ни одного депутата, ни одного уровня. Ни поселкового, ни районного, ни областного. И все эти месяцы, 10 месяцев, мы взываем к ним, к их совести, к их гражданственности и так далее, и так далее. Что такое инициативная группа? Инициативная группа – это несколько человек, которые, ну, не знаю, как сложилось, ну, наиболее активно, что ли, по своей какой-то там позиции, потому что против полигона выступает практически весь поселок, весь. Но если посмотреть наш митинг, вы увидите. И люди сейчас до сих пор говорят, мы не отступим, да, надо, мы придем на митинг и так далее. Но вы знаете, что все по судам ходить не будут, и все, в общем-то, как бы